Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня приехали на озеро. На этом озере летом, ну, по открытой воде в первый раз ловим. Сегодня с Серегой. Привет. Загорает в очках. Солнышко сегодня, какая погода шикарная. Сегодня пробуем на фидер. Мне Happy Angel магазин прислал два фидера. Один бюджетный вариант, второй чуть подороже, но тоже в районе 65-70, если не ошибаюсь, евро. Но в этом магазине плюс то, что они в России есть сайт у них, и по Европе отправляю также отдельный сайт. В описании оставлю ссылку на них. Вот сегодня тестируем два фидера их. Один, как сказал, бюджетный справа. Более подороже немножко слева, который. Ну, будем пробовать. Одного подлещика я уже, правда, поймал, пока камеру еще не включал на червя. И у Сереги одна плотвичка есть. Рыбка плещется на озере. На этом озере раньше при Савдепе выращивали карпа, если не ошибаюсь. Как информация есть такая. Ну, будем смотреть. Тут вроде русло такое течет. Из наживки у нас червь, опарыш. Кукуруза тоже есть. Но кукурузу пока не ставил. Попробуем попозже ее поставить. У Сереги поклевка. Поклевочка на опарыше, да? Зимой мы здесь свечком ловим. Плотвичка хорошо. Здесь первый лед становится. Куда можно поехать. Вот тут вся рыба, в принципе, есть. Плотва, подлещик, окунь, щука, линь, карась. Может быть, и карп даже еще остался, если его всего не вывели. А дальше, ну, не видно, наверное, против солнца. Затопленник. Ну, затопленный лес. Это такой... Торфяное получается это озеро, потому что рыба темная. Ладно, как будут поклевки, включимся и покажем. У меня фидер расслабило. Откусила поводок. Интересно. У Сереги поклевка, Серега тащит. Что-то говорит есть. Карась декоративный. Ага, для аквариума. Вот такая вот плотва. Бабушки, котам пойдет. Кошки. На опарика, да? Да. Угу. Так дернуло, я думал. Ну да, забираем. Клевочка. Что-то есть. Клевало? Дуплет. У меня плотвичка. Ой, красавица какая. У Сереги что? Ничего. У Сереги мимо. Ну ничего. Тычка мелкая, но коты тоже кушать хотят. Поэтому заберем. Не все же рыбу все время отпускать, правильно? У нас вот такая вот тут система. У нас оказался садок немножко порванным. Садок оказался немножко порванным, и вот
где отверстие, как раз туда палку ставили, чтобы настолько крупная рыба не ушла. Опа! Что это такое? Щука, прикинь? Слышишь, Серега? Не-не-не, уплыла. Не-не-не, уплыла. Она подошла и схватила через садок этот плотвичку. Ничего себе, вот это да. А я уже пришел щуку ловить. А я смотрю, не понял, что такое. Она через садок схватила ее. Вот дурная, блин. Вот тут на что надо? Что ловить надо? Ай, упала. Пошло дело. Я офигел аж, блин. И, походу, даже ты ее смогу заснять. На червячка поклевка. Поспешил, походу, блин. А нет, что-то есть. На червячка, да. Плотвичка. Офига она заглотила, блин. Или коряга. А не-не-не, рыба. Рыба. Ни хрена себе. Щука. Ну ё-моё, блин. Опять плотва, видимо, взяла. Сколько можно, блин? Мы тут плотву пытаемся поймать, а у нас тут еще парь клюет. Клюнула плотвичка, и ее схватила щука. Поэтому, может быть, рыба подходит на точку, но за ней, соответственно, и щука идет. Не, маленькая. Ну да, вот чуть-чуть плотвичка подошла, клюнула. Тут и щука. Подтяжка была. О. У меня там три опарика стоят. Ну. Пытается. На щучью поклевку это не похоже. Сереги там тоже клюет. Вон там, походу, сейчас хищник испугал рыбу. Есть. Что-то сидит. Покрупнее что-то уже. Ой, какая красноперочка. Ой. Красавица, смотри какая. Ай, красотка. Ну, это приятно. Правда, опять заглотила, блин. Тише. Разнообразие рыбы радует. Вот и все. Это мне, кстати, тоже Хэппи Энгел прислал. Хорошая штука.
освободил, и все. Рыбку можно нести в домик. Сереге обед, завтрак. Так, главное, чтобы опять щука не клюнула. Все, в домике, спасибо. Сачок, Серега. Серж что-то тащит, тащит, тащит. Вот это плотва. Вот это плотва. Такую надо еще уметь подсечь, блин. Зимой такую тяжело засечь, блин. Тут Серега на фидер. На! И есть. Кто знает, что это такое? Напишите в комментариях. Получите одного в подарок. Да, одного вышлю. Российской почтой. Почтой России. Попробую поставить. Очередной трофей у Сереги. Сачок, Серега. Не поднимай панику на озере. Да, Серега на шпроты, видимо, ловит рыбу. Потом в консервную банку и нормалек с томатом. Мухи отдадим. Да? Мухи. Это кошка на районе. Бабы. Все ее знают, как муха. Поклевки что-то вообще перестали. Очень редко. Тинь-тинь, и все. Вот это big fish. Вот, не знаю, в камеру помещается. Вот это big fish. Ладно, дадим тебе жизнь. Спасибо. У меня снова щука взяла. А, да, оборвала, откусила. Ну, выплюнула живца. Сейчас вам покажу. Вон как она ее. Ну, мелкая была. Почувствовал, что букш отпустила. Блин. Да. Поставил одного опарыша, клюнула плотвичка. Почувствовал, что отпустила. Держала, держала. И на тебе. А, видимо, поэтому плотва активно не клюет. Подходит на точку и сразу же щука подходит. Не дает ей свободу. Ну ладно. Ладно, будем собираться домой уже. Нифига не клюет толком. Так, ветер поднялся. Нифига толком не клюет. Да, Серега? Да. На шпроты наловили. И хватит. Муха довольна тоже будет. Поэтому выложу это видео тоже. Покажу вам, вот какие рыбалки последнее время. Что ездишь? Рыбалка. А? Бешеный клев. Бешеный клев. Такое лучше не смотреть. 18. Так что, все, кто досмотрел до конца, красавцы, ставьте пальцы вверх. До новых встреч. Пока.